dare you touch me? Do you want me to be unclean as well? I shouldn't even allow you to beg at my gate. Forgive me, sir, forgive me. I have not eaten in days. I wondered if I might have some of the scraps that fall from your table. Scraps will fall from my table. What then would the dogs eat? I have business to attend to. Here, burn this. It's infected. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Alms. Welcome. Father Abraham? Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise.
Paradise? Yes, Lazarus. Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, yes, come. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Lazarus, come to the place your father has prepared for you. We can divide his estate now. We'll all be rich. That is what he would have wanted. Where do you think he is now? He was rich in this life. I'm sure he'll be rich in the next. Когда Иисус был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие уверовали в Него,
видя чудеса, которые он творил. Но Иисус не вверял себя им, потому что знал их всех. Он не нуждался в том, чтобы кто-то говорил ему о них, потому что он сам знал, что было в их сердцах. Между фарисеями был иудейский начальник по имени Никодим. Однажды ночью он пришел к Иисусу. «Рави, мы знаем, что ты учитель, посланный от Бога. Никто не мог бы творить чудеса, которые ты творишь, если бы с ним не был Бог». «Истинно говорю тебе, если кто не родится снова, не увидит Царствие Божие». «Как может снова родиться человек в возрасте? Он не может в утробу своей матери войти и вновь появиться на свет». «Истинно говорю тебе, никто не войдет в Царствие Божие, если не родится от воды и духа. Человек рождается плотью от плоти своих родителей, но духом он рождается от духа». «Не удивляйся тому, что я сказал. Все должны родиться снова. Ветер дует, куда он хочет. Ты слышишь его шум, но ты не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает со всеми рожденными от Духа». «Как это может быть?» «Ты великий учитель Израиля, и ты не знаешь этого. Истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. Но никто из вас не принимает нашего свидетельства. Вы не верите мне, когда я вам говорю о земном. Как же вы мне поверите, когда я о небесном стану говорить? Кроме Сына Человеческого, спустившегося с небес, никто на небо не восходил. Как Моисей вознес змею в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть вознесен, чтоб каждый, кто в Него верит, обрел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Бог послал Сына Своего в мир не как судью, но как Спасителя. Тот, кто верит в Сына, не будет судим. А те, кто не верит, уже осуждены, потому что не уверовали в единственного Сына Божия. Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди любят тьму, а не свет, потому что дела их злы. Те, кто творит зло, ненавидят свет и не идут к свету, потому что не хотят, чтобы обличились их злые дела. Добрый день. Удачи вам. А те, кто поступает по правде, идут к свету, дабы свет показал, дела их послушны Богу. Но пусть не тревожатся ваши сердца. Веруйте в Бога. Веруйте в Меня. В доме Отца Моего обителей много. И Я иду приготовить место для вас. Я не сказал бы этого, не будь это так. И когда я пойду и приготовлю вам место, то вернусь и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Вы знаете путь, ведущий туда, куда иду я. Господи, мы не знаем, куда ты идешь. Как мы можем знать путь туда? Я есть путь, истина и жизнь. Никто к Отцу не приходит, как только через Меня. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит:
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Да. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу, истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену.
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Итак, во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево — плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает сии слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов. Весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Они закричали. «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. И не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене.
Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. Кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В то время Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Отче, ибо таково было Твое благоволение». Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть? Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово... Какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, не увидите, и огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. Но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово. И оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Враг человека сделал это. Он сказал им, а рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем выберем их? Нет, он сказал, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.
Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны, и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Поняли ли вы все это? И спросил их Иисус: «Так, Господи». Они говорят ему: тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. Вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди сии устами своими, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст. Оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр сказал ему: «Изъясни нам притчу сию. Неужели и вы еще не разумеете?» Иисус сказал:
Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Does not make him unclean. And that he must be killed. And on the third day. И отозвав его, Петр начал прикословить ему. Peter took him aside and began to rebuke him. Господи, сказал он, да не будет этого с тобою. Он сказал Петру, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Когда он еще говорил, облако светлое осенило их. И глас из облака глаголющий, «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. И вот некто сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Что ты называешь меня благим?» Говорит ему, «Никто не благ, как только один Бог.
Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Какие? Спросил он. Иисус сказал ему: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Все это сохранил я, юноша говорит ему. Чего еще не достает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно. Богу же все возможно. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных. Что затворяете Царство Небесное человеком?
ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры! Что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного? И когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот, тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает. Не ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете. Что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы. Ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», начнет бить товарищей своих и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут».
Нет, мудрые отвечали, что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете. Ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Одному он дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов. «Господин», — говорит он, — «5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Пошел также и получивший 2 таланта. «Господин», — сказал он, — «2 таланта ты дал мне. Вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант. «Господин», — сказал он, — «я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня.
Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен и в темнице. И не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. Когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться.
При сём Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты». Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави». И поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться: «Я не знаю сего человека». И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам. «Согрешил я», — сказал он, «предав кровь невинную». «Что нам до того?» Они же сказали ему: «Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился.
Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию. И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля. Дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Затем я увидел ангела, спускающегося с небес. У него был ключ от бездны, и в руке он держал огромную цепь. Он схватил дракона, древнего змея, который и есть дьявол и сатана, сковал его на 1000 лет, бросил его в бездну, закрыл и опечатал, чтобы тот уже не мог больше обманывать народы, пока не окончится 1000 лет. После этого он должен быть освобожден на короткое время. И я увидел троны, на которых сидели те, кому дано было править, и души обезглавленных за свидетельство об Иисусе и за Слово Божье. Души тех, кто не поклонился зверю и его изображению, и не принял его клейма на лоб и на руку. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Другие мертвые не ожили, пока не окончилось 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят тот, кто участвует в первом воскресении. Над ними вторая смерть уже не имеет власти. Они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с Ним 1000 лет. Осуждение сатаны. Когда пройдет 1000 лет, сатана будет освобожден из своей темницы. Он выйдет, чтобы обмануть народы на 4 концах земли. Народы, известные как Гог и Магог, чтобы собрать их на битву. Число их, как песчинок на берегу моря. Они прошли маршем по всей земле и окружили стан народа Божьего, его любимый город. Но с небес сошел огонь и поглотил их. Дьявол, который их обманул, был брошен в озеро, наполненное горящей серой. Туда, где уже были зверь и лжепророк, там они будут мучиться день и ночь, во веки веков. Суд перед белым троном. Затем я увидел огромный белый трон и сидящего на нем. От его присутствия скрылись земля и небо, но им не нашлось места. Я видел мертвых, великих и малых. Они стояли перед троном и перед раскрытыми книгами. Потом была раскрыта еще одна книга, книга жизни. Мертвые были судимы по их делам, согласно тому, что было записано в книгах. Море отдало мертвецов, бывших в нем, и смерть и ад отдали своих мертвых, что были в них, и каждый был судим по своим делам. Затем смерть и ад были брошены в огненное озеро. Огненное озеро — это вторая смерть, чье имя не было найдено записанным в книге жизни. Тот был брошен в огненное озеро. Новый Иерусалим. Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было. Моря тоже больше не было. Я увидел святой город, новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. И я услышал громкий голос, прозвучавший от трона. «Это жилище Бога с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом. И Сам Бог будет с ними и будет им Богом. Он отрет с их глаз каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло». Сидящий на троне сказал: «Я творю все новое». И он добавил: «Запиши, потому что это верные и истинные слова». Затем он сказал мне: «Свершилось. Я Альфа и Омега, начало и конец. Тому, кто мучится от жажды, я дам пить даром из источника воды жизни. Побеждающий наследует все это,
и я буду его Богом, а он будет моим сыном. Но трусам, неверным, подлым, убийцам, развратникам, колдунам, идолопоклонникам и всем лжецам им место в озере с горящей серой. Это вторая смерть. Один из семи ангелов, у которых были семь чаш, наполненных семью последними бедствиями, подошел и сказал мне: «Пойдем, я покажу тебе невесту, жену ягненка». И он перенес меня в духе на большую и высокую гору. Оттуда он показал мне святой город Иерусалим, спускающийся с небес от Бога. Он сияет славой Бога, и его сияние напоминает сияние драгоценнейшего камня наподобие яшмы, чистой как кристалл. У города большая и высокая стена, и 12 ворот, а у ворот 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 родов Израиля. Трое ворот с востока, трое с севера, трое с юга и трое с запада. Стена города стоит на 12 основаниях, и на них написаны имена 12 апостолов Ягненка. У ангела, который говорил со мной, была золотая трость для измерения города, его ворот и стен. Город был квадратным, длина его равнялась ширине. Ангел измерил город тростью. Длина города была 12 тысяч стадий. Его ширина и высота равнялись длине. Ангел измерил стены. Они были толщиной в 144 локтя, согласно человеческим меркам, которыми пользовался ангел. Стена была построена из яшмы, а сам город из чистого, как прозрачное стекло золота. Основания стен города были украшены всевозможными драгоценными камнями. Первое основание было из яшмы, второе — из сапфира, третье — из агата, четвертое — из изумруда, пятое — из оникса, шестое — из сердолика, седьмое — из хризолита, восьмое — из берилла, девятое — из топаза, десятое — из хризопраза, одиннадцатое — из гиацинта, двенадцатое — из аметиста. 12 ворот были 12 жемчужинами, каждые ворота — из отдельной жемчужины. А центральная улица города была из чистого, как прозрачное стекло золота. Храма в городе я не видел, потому что его храм — это сам Господь Бог Вседержитель и Ягненок. Город не нуждается в солнечном или лунном свете, потому что слава Бога освещает его, и Ягненок является его светилом. Народы будут ходить в его свете, и цари земли принесут в него свою славу. Ворота города никогда не будут закрыты днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. В него не войдет ничто нечистое, и никто, совершающий постыдные или лживые поступки. Там будут только те, чьи имена записаны у Ягненка в книге жизни. Река жизни. Затем ангел показал мне реку воды жизни, блестящую как кристалл, и текущую от трона Бога и Ягненка, посредине центральной улицы города. По обе стороны реки растет дерево жизни. Оно плодоносит 12 раз в год, давая каждый месяц свой плод, а листья дерева предназначены для исцеления народов. И там уже больше не будет ничего проклятого. В городе будет находиться трон Бога и Ягненка, и его слуги будут служить ему. Они будут видеть его лицо, и на лбу у них будет написано его имя. Ночи больше не будет. Им уже не нужен будет свет ламп или свет солнца, потому что Господь Бог будет светить над ними, и они будут царствовать во веки веков. Ангел сказал мне: «Это верные и истинные слова. Господь Бог, вдохновляющий дух пророков, послал своего ангела, чтобы показать своим слугам то, что должно произойти в будущем». Пришествие Иисуса. «Вот, я скоро приду. Блажен тот, кто соблюдает слова, пророчества, записанные в этом свитке. Я, Иоанн, все это слышал и видел. И услышав и увидев все это, я пал к ногам ангела, показывающего мне все это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне:
Не делай этого. Я такой же слуга, как и ты, как твои братья-пророки, и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Богу. Потом он сказал мне: не запечатывай слов пророчества, записанных в этом свитке, потому что время уже близко. Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведет скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живет праведной жизнью, будет продолжать жить праведно. И тот, кто свят, будет продолжать жить свято. Вот, я скоро приду. Я несу воздаяние каждому, и каждый получит по своим делам. Я Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Блаженны те, кто омывает свои одежды, чтобы им иметь право питаться от дерева жизни и войти в город через ворота. А снаружи останутся псы, колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все любящие и творящие неправду. Я, Иисус, послал моего ангела, чтобы передать вам это свидетельство для церквей. Я — корень и потомок Давида. Я — яркая утренняя звезда. Дух и невеста говорят: «Приди!» И каждый, кто это слышит, пусть тоже скажет: «Приди!» Пусть приходит мучимый жаждой. Кто хочет, пусть берет воду жизни даром. И я предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества, записанные в этом свитке. Кто добавит что-либо к этим словам, тому Бог добавит и бедствия, о которых написано в этом свитке. И если кто отнимет что-либо из слов пророчества, записанных в этом свитке, у того и Бог отнимет право питаться от дерева жизни и жить в святом городе, которые описаны в этом свитке. Свидетельствующий об этом говорит: «Да, я скоро приду». Аминь. Приди, Господь Иисус. Пусть благодать Господа Иисуса будет со всеми. Аминь.